команды на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. И вот потери в центре поля. Мяч у вратаря. Все в порядке. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Это может быть опасно. Мяч летит в сторону ворот. Неточный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Задумано-то было неплохо, но... Мяч перешел к другой команде. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. И как опасно пробил! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Ждем угловой. Так, только не останавливайся, дальше. Опасно! Мяч в сетке! Есть первый гол в сегодняшней игре. Очень точно получился удар. Мяч угодил прямо в левый нижний угол. А Билун, между прочим, на силу. 1-0 в нашей игре. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Блестяще он сыграл. И мяч в руках у голкипера. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. Какой удар! Угловой. Выбивает вратарь мяч под... Отличный удар! Опасно! Гол! Очень хорошо разыграли этот угловой. И гол при полном попустительстве защиты. А вот это неприятно было. Жалко, голкипер потащил такой сложный удар, но не смог зафиксировать мяч. Безусловно, к вратарю есть вопросы, но чем в это время занимались защитники? Почему никто не подстраховал? Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Эффектный пас. Точно в ноги партнера. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Посмотрим за этой атакой. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Тут защита справляется. Потеря мяча. Рамос. Это может быть опасная атака. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону.
будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Может получиться интересная атака. Отобрали мяч. Можно выходить. Гол! И этот гол выводит команду вперед. Чуть сетку не порвал этим ударом. Приложился по мячу с лета и отправил его в левый угол. Счет 2-1. Это может быть опасно. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Рамос. Как вариант продолжения напрашивается передача. Неплохой мог получиться навес, если бы не защита. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Пока неплохо. Чисто отобран мяч. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. И пробил. Вот это удар. Но вратарь тоже хорош, спасает свою команду. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Штрафной ставит судья. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фол? Очень опасный подкат. Арбитр назначает угловой. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Ну, загружает в штрафную. Опасная передача. Пробил головой он. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Это угловой. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Команда. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. И как опасно пробил. Рамос. Отлично сыграно, надо решать. Удар по воротам. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Рамос. Это может быть опасно. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается.
Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Мяч у соперника. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы поля. Тут может что-то получиться. Вот это удар! И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. И играть еще полчаса. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Атака продолжается, судья дает играть. Это может быть опасная атака. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. И как пробил. Сейф. Но атака продолжается. Аут. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Отлично задумано. Отлично исполнено. 5 баллов. Рамос. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Пока неплохо. Забирает мяч. Пяткой пытался мяч партнера передать, но на пути встал защитник. Двадцать минут до конца основного времени матча. Грамотный пас, все по делу. Посмотрим за этой атакой. Опасно! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Все на изготовку, к угловому готовься. И вполне заслуженная желтая карточка. Да, и заметьте, арбитр особо даже не раздумывал и очень хорошо разобрался в этом эпизоде. Хозяева очень неторопливо разыгрывают мяч, что вызывает недовольство фанатов гостевой команды. Удар головой. Вот это спасение! Команда уже ведет в один мяч и с этого углового может забить второй. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч остался у них, так что свисток молчит. А вот это может быть опасно. И как опасно пробил. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Поровну команда владеет мячом, да и игра примерно равна. С тобой трудно не согласиться, Георгий. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Может получиться интересная атака.
Перехват в центральной зоне. Рамос. Поторопился уйти в отрыв футболист вне игры. Это может быть опасно. Один защитник отыгран. Удалось нейтрализовать атакующих. Бить можно и забивать! А ведь мастерство есть у этого игрока, и так промазать. Да, хладнокровия в этой ситуации игроку, к сожалению, не хватило. Ну что, последний шанс отыграться. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча.
Пирло. Это может быть опасно. Защита надежно играет. Мяч отобран. Партнеры поддерживают эту атаку. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. Ку-ку. Чужие ворота в другой стороне. Вот это здорово. Отличная работа. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И вратарь забирает этот мяч. Нужно выходить из ворот. Все правильно. Потеря. Все, в оборону. Пока неплохо. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Очень высоко, очень неточно. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Это может быть опасная атака. Защита справляется. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Терпеливо ждут они своего шанса. Отлично сыграно, надо решать. Хорошо, атака развивается, удар нужен. Какой удар! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. И пас обратный. Скучновато. Легко прошел он соперника. Пас в штрафную. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Попытка обострить игру. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? И в разрез. Шикарно. Решил пробить. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Мюллер. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Плохо сыграно. Мяч потерян. Тут может что-то получиться. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Ну-ка, ты можешь все! Защитник хорош и как пробил. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. И вот потери в центре поля.
Пирло. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Как вариант продолжения напрашивается передача. И пошла передача. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Нужно забивать и выходить вперед! Не точно. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Это может быть опасно. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Красиво сыграно, как эффектно. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Уходят команды на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень будничный нулевой счет. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Пока неплохо. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Пирло. И надо забивать. Мяч в воротах, и они вышли вперед. Ну что ж творится-то сегодня с обороной, а? Ну, я бы тут не стал сильно ругать защитника, просто нападающий сыграл идеально. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Посмотрим за этой атакой. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Похвалил я их игру в пас, а они возьми и потеряй мяч. Перехвалил партнер. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Атака остановлена, но кто получит мяч? Тут может что-то получиться. Отлично задумано, отлично исполнен. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. А вот это... И пробил! Положение вне игры. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Пошли последние полчаса игры. Может получиться интересная атака. Бить можно и забивать. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Все верно, края надо чаще задействовать. И как пробил? Удар в штангу! Аут. Пирло.
Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Отлично сыграно. Надо решать. Итак, у нас аут. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Атака продолжится через фланг. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отобрали. Опасно! Хороший сейв. С реакцией все у кипера в порядке. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Пас назад. Что же, иногда и так приходится играть. Ударище просто. Сантиметров не хватило, чтобы счет сравнять. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Игра остановлена из-за нарушения. И тут ситуация вполне на предупреждение. Игрок покидает поле. И вместе с ним, похоже, уходит и надежда спасти этот матч. Прискорбно, но это футбол. Да, вот так буквально одним действием команда практически лишила себя шансов вернуться в эту игру. Попытка обострить игру. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Пол команды обыграл, ничего себе! Пирло! Надо забивать, и гол! Не будем забывать, что команда играет в меньшинстве. Однако это не умаляет заслуги нападающего. Такую насыщенную линию обороны не так-то просто раскачать. 2-0, самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Он накручивает соперников одного за другим. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Один из последних свистков в матче. Это горчишник. Вполне справедливый. Минута добавлена к основному времени. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Потерял он мяч, но кому он достанется? Как он работает? Отличный удар. Штанга! Совсем чуть-чуть.
Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, друзья, давайте смотреть очень интересный футбол. Может получиться интересная атака. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Остроумно сыграно, хороший пас. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Посмотрим за этой атакой. Навешивать надо! Неплохой мог получиться навес, если бы не защитник. Арбитр демонстрирует нам, что он хорошо все помнит и показывает желтую карточку за нарушение, которое было несколько мгновений назад. Да, очень грамотная работа рефери. Мяч оставался ведь у пострадавшей. Бьет он головой. Бьет головой выше ворот. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Отлично сыграно. Надо решать. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо. Нужно выходить вперед. Бей! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Ждем угловой. И как пробил. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Фол. Рефери, похоже, не намерен давать сегодня спуск нарушителю. Желтая карточка. Какой-то, знаете, между собойчик. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Без всяких усилий. Удар! Вратарь! Вот это сейв! Удар по воротам. Далеко от ворот проходит мяч. Он накручивает соперников. Тотти! И справляется вратарь с этим ударом. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Удар! Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Головой может стать настоящим испытанием для команды. Защитник надежен, разрядил обстановку, дал возможность передохнуть своей команде. Ушел мяч. Аут. Тотти. Пока неплохо. Решил пробить. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. Удар головой. Хороший сейв, с реакцией все у кипера в порядке. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой.
Защита надежно играет, мяч отобран. Какой пас проходит? Тут просто подарили мяч сопернику. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Потерял он мяч, но кому он достанется? Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар. Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Игроки в штрафной готовятся к борьбе за верховой мяч. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Это может быть опасная атака. Ударище просто. Этот гол выводит их вперед в сегодняшнем матче. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворот. Откровенно издевательский гол, конечно. И сразу видна разница в классе конкретных футболистов. 1-0 в нашей игре. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Может получиться интересная атака. Авес. Тотти. Отличный удар. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Мяч уходит на угловой. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Много остановок у нас было. 4 минуты, судья добавляет. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Отлично сыграно, надо решать. Вот это вот мяча из аута, сразу же соперник. Отличный пас в разрез. Подавай! Уходит. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Хорошая игра защиты. А если вторая желтая, то это удаление. Тут может что-то получиться. Удар! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Угловой может стать настоящим испытанием для команды.
друзья позволяет продолжить атаку. Пока неплохо. Загружает мяч в штрафную площадь. Итак, у нас аут. Зафиксировал судья нарушение, штраф отложил, а теперь получите и распишитесь. Ну, кто-то назовет его злопамятным, ну а кто-то, наоборот, справедливым. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Тотти. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Надежно играет защитник, атака прервана. Нарушение и штрафной удар. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Мяч за боковой линией. Не прошла эта передача мяч у соперника. Это может быть опасная атака. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Тотти. Какой удар! Штанга! Тотти! Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Не дал сопернику довести атаку до завершения. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Просто невероятный перехват. Блестяще он сыграл. И пробил! А ведь мог сейчас сравнять счет. Даже не мог, а обязан был это сделать. Момент-то был очень хороший. Нет. Это штрафной. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Посмотрим за этой атакой. Вот это да! Отличный перехват! И это должен быть гол! Спасибо! Отличный пас, сказал соперник. Это может быть опасно. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики. Момент! Отскок в поле от перекладины. И пошла передача. Он бьет. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Мяч уходит на угловой. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть опасно. Он на... Тотти!
Невероятное спасение! Сериал «Угловой» продолжается. Статистику угловых на ваших экранах. Хорошая передача. Буффонище! Был бы он, если бы у него была такая фамилия. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Убрал защитника с дороги. Он устал, это видно. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Передача голкиперу, медленно развивается атака. 4 минуты добавил судья к основному времени матча. И в разрез, шикарно! Отличный удар. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Немного удар.
Итак, игроки Челси разыграли мяч. Игра началась. Матч двух замечательных команд, и мы ждем яркого футбола. Итак, состав Баварии. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Перед нами состав Челси. Тренер выбрал классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. Давид Луис. Нголо Канте. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Может получиться интересная атака. Классный отбор, можно играть. Внимание, Матич. Азар. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо... Бей и выводи команду вперед! Левандовский. Диего Коста. Челси начинает опасную атаку. Атака остановлена, но кто получит мяч? Рибери. Алаба. Хумельс. Атлетизм, чувство дистанции и хладнокровие делают из Матса Хумельса защитника мирового класса. Он не склонен к неоправданному риску, а значит надежен. А это главное качество для защиты. Нголо Канте. Решил пробить. Вратарь намертво забирает мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Матич. Великолепный проникающий пас. И мяч в руках у голкипера. Каби Алонсо. Это может быть опасная атака. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Давид Алаба. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Челси идет в атаку. Франк Рибери. Виля. Что ж, Челси сегодня встречается с соперником своего уровня. Матч обещает быть захватывающим. Оба клуба. А сейчас вперед можно выйти. Челси начинает атаку. И этот пас ждет Диего Коста. Мяч у вратаря, все в порядке. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Диего Коста. Буатен. Тиаго Алькантара. Алаба. Бавария переходит в атаку. Удар нужен! И это гол! Это преимущество еще надо удержать. Получится. Гарантирует себе повышение в классе сегодня. Нет, у них будет следующий матч. Да, за этим матчем становится смотреть все интереснее и интереснее. На 30-й минуте счет стал 1-0. Эден Азар. Ушел мяч за боковую, Челси вбрасывает. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Смотрим начало этой атаки. Навес. Неплохой мог получиться навес, если бы не защита. Хаби Алонсо. Кехи.
И за боковой игрок Баварии ведет мяч в игру. Отлично сыграно, надо решать. Бавария пробьет штрафной. Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Вратарь в прыжке, забрал мяч намертво. Арьен Роббер. Бавария пробьет штрафной. Буатен! Чуть-чуть поточнее был бы гол. Поактивнее нужно действовать Челси, чтобы забить в этом матче. Роберт Левандовски ведет своих партнеров в атаку. Молчит. Штрафной удар. Видаль. Левандовски. А вот и атака баварцев. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Забирает мяч голкипер. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Тиаго Алькантара. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Судья добавляет 3 минуты. Арбитр фиксирует нарушение и пробьют соперники Челси. Предупреждение. Попытка обострить игру. Нас ждет второй тайм на Альянс-Арене. Это может быть опасная атака. Здесь защита справляется, мяч отобран. Арьен Роббер. Роббер. Пока неплохо. Левандовски! Вступает в игру вратарь, все под контролем. Здорово было задумано, жаль, не прошло. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Как он работает с мячом, всех обыграл! Виля! Гол! 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 Как быстро все меняется на футбольном поле. Еще минуту назад все шло гладко, а теперь надо забивать снова. Напоминаю, что для повышения в классе команду устроит только победа. Снова равенство на табло 1-1. Атака остановлена, но кто получит мяч? Хаби Алонсо. Бавария на половине соперника. Педро. Такие передачи придают атакам остроты. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Рибери. Получает мяч на ходу. Бей и выводи команду вперед! Несогласованные действия в атаке и в результате офсайд в момент передачи. Да, это был очевиднейший офсайд, и флажок лайнсмена поднят совершенно справедливо. Тьяго. Хаби Алонсо. Это может быть опасно. Где же удар? Левандовски. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Он накручивает соперников одного за другим.
Давид Алаба. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Смотрим начало этой атаки. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Робер. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Эден Азар. Прочитал передачу Джером Бот. Роберт Левандовский начинает атаку своей команды. Хумельс. Умение вести верховую борьбу – ключевое качество защитника. Хумельс практически не проигрывает воздушные дуэли, да и внизу он действует весьма надежно. Основное время истекает через 20 минут. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Тиаго Алькантара. Роберт Левандовский. Давид Алаба. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Хаби Алонсо. И это Роберт Левандовский. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Хаби Алонсо. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. У нас уже есть одна желтая карточка. Внимание. Вторую желтую игрок получает. И это значит, что он покидает поле. И его команда получает вот такие необязательные, но совершенно реальные проблемы. Ну что, надо собираться, идти вперед. Сегодня ничья равносильна поражению. Да, напомню, что команде необходима только победа, чтобы получить путевку в следующий дивизион. Думаю, мы увидим очень жаркую концовку. Дуглас Коста. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. И Челси может... Это штрафной. И здорово играет защита. Что придумает Челси с этого углового? Давайте посмотрим. Матич! Какой момент! Счет вполне мог измениться, а так по-прежнему ничья. Мюллер. А вот и атака баварцев. Левандовский! И это ж... Браво! Фантастика! Они все-таки дожали! Но матч еще не закончен, а трибуны уже начали праздновать. Важнейший и очень своевременный гол забила Бавария. Да, у соперника остается крайне мало времени, чтобы отыграться. Под самый занавес матча забит этот мяч. Наверное, это означает победу. Ну, какие-то пара-тройка минут еще все-таки есть, и надо... Тиаго Коста! Не справляется с нервами игрок и запускает мяч куда-то в небеса. А шанс? Шанс был хорош. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Дуглас Коста. Пока неплохо.
Пол команды обыграл. Роберт Левандовский. Все. Что ж, Челси...